В Акжарском районе Северо-Казахстанской области прошло командно-штабное учение по ликвидации природного пожара. С наступлением пожароопасного периода для Северо-Казахстанской области и СОП определенных территорий Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей наступают тревожные дни. В ходе совместных учений обрабатываются задачи по ликвидации пожаров, организация эффективного управления участвующих в них подразделений и техники различной ведомственной принадлежности. Одно из таких учений прошло на территории Акжарского района, граничащей с Акмолинской областью. После краткого инструктажа вблизи села заполыхали условные очаги возгорания. Появившаяся по сценарию вблизи села Жан-Алык была произведена опашка, и личный состав приступил к ликвидации очагов возгорания, прорывающейся к населенному пункту. Также были введены в действие все имеющиеся резервы для ликвидации пожара. К его тушению были привлечены силы и средства акмолинских огнеборцев. Из-за сильного ветра пожар распространился на площади более 10 гектаров. Создалась опасность селу Алкатерек Акжарского района, население которого было оперативно эвакуировано в безопасную зону. Северо-Казахстанская область граничит с Акмолинской областью на общей границе порядка 910 километров. И на наших территориях, если говорить про природные пожары, это безусловно степи и, значит, леса, где мы должны оперативно реагировать для того, чтобы минимизировать последствия, значит, крупных пожаров с угрозой близлежащим населенным пунктам.